Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами, как я буду отделять детский фиалок от материнского листа. Обычно такую процедуру производят или в начале весны, или в начале осени. Ну вот, настало время, и все-таки нужно отделить детки от материнского листа. Я уже вытащила листочек с детками из горшка. Сейчас буду отделять и сажать. Вот этот лист мне привезли совсем незнакомые люди, послали. И поэтому я не знаю, какая же это фиалочка. Какого цвета даже, я не знаю, мне очень интересно. Вот у этой фиалочки, у этого листа, оказалось три детки. Одна очень маленькая, одна совсем маленькая, но корневая система развита хорошо. Так что я ее тоже посажу. А у этих деток корневая система, вот у этой детки корневая система, а тут еще одна детка, а нет, тут всего одна детка, ну такая слабенькая корневая система, ну посмотрим. Да, вот еще одна детка отвалилась, совсем маленькая, но, наверное, я эти две детки посажу в один горшочек. А вот эти два сажу в разные горшки, они чуть побольше. Ну, корни, конечно, слабоватые, я не знаю, не рано ли. Ну, посмотрим. Теперь вот у меня еще тоже второй лист. Я также не знаю, какого цвета тут у меня фиалочка будет. Но эти фиалки все сортовые. Осторожно отделяя. Так. Жалко, как вот. Тут придется посадить вот это вместе. Я не хочу отделить такую маленькую. Посажу вместе. И вот здесь еще одна деточка. Хорошо отделилась. Корни хорошие. Так, тут две детки тоже отделились, они друг от друга, совсем маленькие. Ну, раз начала я пересаживать, все-таки надо будет их рассадить, совсем малышечки такие. Так, и получилось у меня два листа материнских. Их можно еще раз посадить, я их еще раз посажу. Так, раз, вот эти я два посажу вместе. Эти два тоже посажу вместе. Они очень маленькие. Но потом я их разделю, когда они подрастут. А эти посажу по отдельности в разные горшочки. Ну, корни у них слабенькие. Я смотрю. Ну, есть. Все живые, все хорошие. Поэтому они должны хорошо прижиться. Это вот тоже посажу вместе. Отделять тут, мне кажется, пока не надо. Ну, она сама, видите, отделяется. Жалко. Да, сама отделилась. Так, тоже, наверное, посажу вместе. Так. Вот такие горшочки я взяла. Я надеюсь, что они не будут большие. Хорошее дренажное отверстие там. Вместо дренажа я положила пенопласт измельченный кусочками. И добавила сюда субстрат. Наполнила горшочки субстратом. Субстрат я взяла, как обычно, тировиту живую землю. И добавила туда перлит. И добавила немножко вермикулита.
все смешала, увлажнила. И теперь я буду сажать. Делаем небольшое углубление. Так, небольшое углубление. Надо, чтобы точка роста, всем это уже известно, садоводам, точка роста должна оставаться сверху. Не надо засыпать землей. Сорта этих фиалок я не знаю, но эти фиалки сортовые. Женщина покупала в магазине Леруа, отправила мне листочки со знакомыми. Так, и уплотним вот. Уплотним. И вот одну фиалочку посадили. Так, тепличку я не буду ставить. Тепличку я обычно не ставлю. Они, фиалочки, хорошо приживаются у меня и без теплички. Но когда вот листочки я укореняю, конечно же, ставлю в тепличку. Субстрат увлажненный, но все равно немножко надо будет полить. Вот это я буду сажать. Эту детку и эту буду сажать вместе. Она очень маленькая. Одна деточка из них очень маленькая. Поэтому я и не хотела еще рассаживать, отделять детки от материнского листа. Мне казалось, что они очень маленькие. Так, тоже засыпаем хорошо. Уплотняем. Ну вот. Вчера смотрела видео у одной девушки, тоже она отделяла фиалки от материнского листа. И вот она говорила, что после того, как отделишь фиалку от детки фиалок от материнского листа, они начинают быстро расти и уже могут через месяц расцвести. Ну, посмотрим, что получится. Но вот эти маленькие точно еще не будут цвести, потому что они совсем малышечки. Они только будут расти еще. Расти, корневую систему пускать, листочки наращивать. Вот. Точку роста, я уже сказала, оставляем на поверхности. Не надо засыпать землей. Вот 4 таких горшочка я посадила. Отделила детки фиалок от материнского листа. Теперь я немножко полью. Обычно я всегда поливаю. Чуть-чуть полью. Добавила воду я раствор HB101 и поставлю в теплое место, теплое, светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Ну вот, на этом у меня все. Детки фиалы пересадила. Теперь остается ждать, чтобы они росли. И уже посмотрим тогда, какие же у них будут цветочки. Всем спасибо за просмотр. Всем самого хорошего, доброго. До свидания.